У тренера «Зари» Верни Дуба отобрали права из-за ДТП, СМИ. Передвигаясь на своем Volkswagen Touareg, тренер луганчан столкнулся с микроавтобусом Renault. В результате аварии никто не пострадал. В Запорожье в ДТП попал главный тренер луганской «Зари» Юрий Верни Дуб. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает во вторник, 4 сентября, Униан. Отмечено, что, передвигаясь на своем Volkswagen Touareg, тренер луганчан столкнулся с микроавтобусом Renault. В то же время отмечается, что авария оказалась незначительной. О пострадавших, как и о причинах ДТП, источник не сообщает. Известно лишь, что за рулем Volkswagen находился именно Верни Дуб. По неподтвержденным данным СМИ, у него забрали права. На Верни Дуба составили протокол по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее повреждение транспортных средств. Напомним, на прошлой неделе Юрий Верни Дуб мог покинуть пост главного тренера «Зари». Однако после разговора с президентом клуба Евгением Геллером он изменил свое решение и остался, а команда одержала разгромную победу над «Арсеналом Киев» 5-0 в седьмом туре премьер-лиги. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimiCorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.